Всем привет! Начали очередной санузел. Здесь у нас полотенцесушитель. Дальше идут выходы для крана к ванне. Установили тропическую лейку. Выходы для раковины. Здесь будет столешница, а здесь инсталляция. Короб для ванны будем класть из кирпича. Делаем небольшую нишу. В качестве лекала используем деревянную рейку. Для нужного нам размера кирпич пришлось резать. Вот такой вот у нас получается короб. Здесь оставили вот такой вот проем под ревизию. У нас их будет два. На следующий день снимаем рейку. В нишу будем монтировать подсветку. Далее мы кладем небольшой подиум под ванну. После чего производим гидроизоляцию. После полного высыхания наносим второй слой. Также штукатурим короб и наносим гидроизоляцию. Для точной разметки сделаем луч потоньше. Прикручиваем направляющий профиль. После чего приступаем к укладке маленькой плитки. Плитку кладем на гребенку в 6 мм. Клей применяем Litokol К55. Дистанционные крестики 1,5 мм. Полный обзор, облицовку маленькой плитки вы увидите в следующей части. Подписываемся на канал прямо сейчас. А чтобы не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. Укладки плитки производим на белый клей гребенкой 6 мм.
Дальше мы будем клеить крупный формат. Перед тем, как резать плитку, мы поменяем режущий ролик. В прошлый раз был установлен ролик для матовой плитки. Сделали лекало. И порезали плитку по лекалу. Клей наносим также 6 мм, после чего производим монтаж крупноформатной плитки. Здесь у нас будет молдинг, но и с противоположной стороны он дублируется. Выключим пока лазерный построитель. И продолжим укладку маленькой плитки. We'll be right back.
Вот такой вот у нас получается необычный санузел. Подгонять приходилось каждый миллиметр для точного сведения углов. Проверим, насколько правильно мы все подогнали. Продолжаем делать заготовки. После того, как все подогнали, произведем укладку, используя для этого лазерный построитель. Теперь нарежем плитку для внутреннего угла. Также сделаем заготовки для наружного угла. Плитку с наружным углом пришлось дорабатывать. После чего приступаем к облицовке инсталляции.
первую очередь мы сделаем заготовку на крышку инсталляции. Далее произведем облицовку крышки инсталляции. Тщательно все подгоняем. Один ряд плитки над инсталляцией нам пришлось убрать и покласть его заново после монтажа верхней крышки инсталляции. Ну и соответственно заготовить всю оставшуюся плитку и облицевать инсталляцию до конца, то есть завершить наше начатое. Вот так выглядит у нас инсталляция в готовом виде. Осталось только затереть. Но это будет в следующей завершающей части. Сделаем заготовок из крупного формата. Приобрел вот такой вот набор гребенок, очень удобно, будет время, сделаю небольшой обзор по этому набору. Клей наносим гребенкой 8 мм. После чего кладем нашу заранее подготовленную плитку. Стену напротив также дублируем. Здесь у нас пойдет мраморная столешница. Вот и наш дизайн-проект. В нижней части ванны будет находиться подсветка, а здесь будет клеиться мраморный плинтус. Сюда у нас клеится молдинг.
канализационную трубу вывели в противоположную сторону, так как решили сделать один большой ревизионный люк. Вот так вот это выглядит. Здесь мы уже поставили сифон и подогнали соединение. Для установки ванны нанесем герметик, а нижнюю часть ванны посадим на клей. После чего произведем установку ванны. Забиваем все оставшиеся щели герметиком. После чего приступаем к укладке пола, хотя для укладки нашего пола хватило одной плитки. Далее делаем заготовку на ступеньку. После чего производим облицовку ступеньки. Обратите внимание, как у нас все герметично приклеилось. Нижний ряд будем докладывать, а также верхний. Наверх ванны будет устанавливаться мраморная плита с напуском, с продолжением столешницы в один уровень. Делаем заготовку под нишу, также из крупноформатной плитки. После чего приступаем к ее укладке. Монтаж плитки производим ровно под 90 градусов, так как там будет подсветка и преломление света должно быть симметричным. Кладем верхнюю часть плитки, заранее сделали заусовку. Подгоняем таким образом, чтобы нижний ряд плитки ложился в идеале. Тут должен учитываться каждый миллиметр. После того, как все подогнали, производим укладку нижнего ряда.
упор верхней плитки остается, пока не высохнет плитка. А на сегодня у меня все. И в следующей заключительной части вы увидите монтаж мраморной плиты на ванну, столешницу и как затереть такую плитку. Кому видео было полезным, ставим палец вверх, кому нет, вниз. Всем пока, спасибо за внимание. Установили мраморную плиту на ванну, она же идет как столешница, одним целым. Здесь она заканчивается. Как вы видите, все четко подогнано. Здесь у нас будет раковина, и сверху столешницы будет установлена вот такая вот чаша. Вот таким вот образом была установлена мраморная плита. Все четко подогнано. Между плитой и плиткой будем класть продолжение плитки. Между аркой и стеной будет подсветка. Ну а здесь будем производить монтаж декора. Далее мы снимем точный размер для точной подрезки к ванне. И перенесем его на плитку. После чего режем заготовку. После того, как все подогнали, произведем укладку всех подрезок. Последний ряд нам не пришлось резать, так как мы все четко рассчитали.
Далее произведем установку колонн. We'll be right back.
После того, как установили колонны, произведем монтаж декора. В принципе, мы завершили все работы в ванной. Единственное, что нам осталось, это затереть эпоксидной затиркой.